догони меня! Теперь ты догони меня! Девочки, девочки, смотрите, что я нашла! Какая красивая золотая баночка! Ой, Лулу, ты нашла кое-что запретное! Мама нам запретила строго-настрого брать эту баночку! Да? Почему? Что там такое? Мы не знаем, Лулу, мы только знаем, что надо слушаться маму! Иди, поставь эту баночку на место! Ну ладно, ладно, так уж и быть, пойду! Эх, а все же интересно, что же там такое? Взгляну-ка я одним глазком. Так, открываем. Да это же витаминки! Почему мама запретила их брать? Они же такие полезные! Сейчас я ими немножко полакомлюсь. Проголодалась, Лулу, но обед еще не готов. На, скушай пока банан. Ага. Еще, еще, я хочу еще. А, ты уже все съела? Ладно, держи еще один банан. Я не наелась. Как? Ты съела два банана и не наелась? Ну ладно, держи третий банан. На! Это уже четвертый! Еще! Еще! Хочу еще! Лулу, да что с тобой сегодня? Ты съела целых 4 банана и так и не наелась. Ладно, подожди здесь. Сейчас принесу что-нибудь еще. Ага! Ой! Ой! Что со мной? Что происходит? Ого! Похоже, я сильно выросла! Лулу, ну где же ты? Пойдем играть! Пойдем! Лулу, а вот и я принесла тебе твой любимый йогурт! Что с тобой? Мама, похоже, я немножко выросла! Да как, Лулу? Как такое могло произойти? Ты случайно не брала желтые витаминки из моего шкафчика? Вот эти? Да, именно эти. Брала, не удержалась и съела целых 5 штучек. Да ну, теперь мне понятно, почему ты так выросла. Ты съела целых 5 штук витамина роста. Ой, я не хотела. И что же теперь будет? Я навсегда останусь такой большой? Нет, если выпьешь вот эту микстуру, то опять станешь маленькой. Вам понравилась моя новая большая кукла? Если да, и если хотите еще больше видео вместе с ней, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!